26 июля на новом газоне центрального стадиона «Арсенал» оружейники провели тренировку, которую посетил исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин, пожелавший команде успехов в новом сезоне. Пожелать хочу успехов, я пожелать хочу вам побед. Я хочу, чтобы вы достойно представляли нашу Тульскую область. Давайте, может быть, начнем возрождение российского футбола с клуба «Арсенал». После этого состоялась традиционная встреча «Арсенала» с болельщиками. Поклонники команды заполнили два сектора на западной трибуне. Задать вопрос мог каждый желающий. Болельщики красно-желтых не могли не спросить о контрольных матчах с грандами российского чемпионата – ЦСКА и Краснодаром. Можно подыграть со второй лигой, еще с кем-то там забивать голы и сейчас хлопать в ладоши. Но это было бы неправильно, потому что нам придется играть против этой формулы. А над этим мы работаем, потому что проблема обозначена, и мы ей занимаемся. Один из определяющих моментов успеха – микроклимат в команде. Про него рассказал капитан Туликов Дмитрий Айдов. Микроклимат в команде хороший. Все готовились к этому чемпионату. Ожидаем начала чемпионата, и вы увидите на поле, как мы будем биться за Тулу. На встрече царила дружная атмосфера. И, конечно же, не обошлось без шуток. Огромный праздник, встреча с болельщиками, мы вернулись в высшую лигу. Вроде бы светлое такое событие. Почему все игроки в темном, а только господин Кошельников, Соколовский и Родионов в светлом? Светло, на самом деле, потому что это праздник. Встреча с болельщиками. Ну как вы можете прийти в черном? На встрече можно было не только задавать вопросы, но и просто желать команде успехов. Чем и воспользовался Александр Грязев. Болельщик, который за два сезона ни разу не оставил команду без своей поддержки и объездил всю Россию. Дальний Восток, Калининград, мы всегда с вами. Делайте так же, чтобы это было круто. Мы всегда за вас, а вы должны быть за нас. До начала чемпионата осталось меньше недели, и многих интересовал вопрос об организованном выезде на арену открытия, на игру с московским «Спартаком». Отметим чувство юмора наших болельщиков. Все автобусы, которые поедут в Москву, они будут сопровождаться, в том числе на нашей территории, на территории Московской области. Там уже будут нас ждать, вещать на гостевой трибуне. В свою очередь, вы видите тоже себя прилично, и я думаю, мать пройдет в теплой дружеской атмосфере. Автографы и фото на память. Так завершилась встреча арсенальцев со своим 12-м игроком.